Влад, небольшой анализ игры. Чего сегодня не хватило? Нам не хватило, знаете, каждый раз у нас почти это происходит на каждых играх. У нас вот сделай 2-3 шага до шайбы. То есть вот какие-то мелочи совсем, вот мелочи сделай в игре. И, считай, элемент у нас доработан в игре. А так, вот, например, Саров Инвест, они до конца, они до свистка играют, они борются, они шайбу видят, они к ней летят и... Они не останавливаются. Нам вот сделать 2-3 шага, и вот мелочи, из этого складываются наши все проблемы. То есть нужно еще нарабатывать опыт? Ну да, опыт. Потому что, как все думают, да, я сейчас не пробегусь, лучше силы оставлю в следующий раз. Uh-huh. Вот. Ну, в следующий раз уже нету. В следующий раз уже 10-0. Весь сезон какое-то вальяжное у нас было отношение. А вот именно после двух голов, которые мы сегодня забили, прям все глаза загорелись, видели даже сами, как мы начали играть, двигаться, и все, мы еще не пришли в раздевалку, говорит, Сарова, они к нам в Арзамас приедут, все, говорит, мы будем с ними бороться. У нас тоже некоторые игроки еще не поехали, они придут, усилят. Думаю, поборемся, будет интересная игра.